Пойдемте ему глаз смотреть, чуваки. Надо как-то незаметно сфоткать его задницу. Так, что-что? Алло? Так, надо незаметно сфоткать. Так. О, да, детка. Реклама. Ролик создан при поддержке букмекерской компании 1xbet. Ставки на спорт! 1xbet! Быстрые выплаты! 1xbet! Годная реклама. Надежный букмекер! Годная реклама. Как же яйца вспотели, боже. Так, где тут можно подращить? Не знаю. Ну чё ты не стоишь? Ну почему меня заводят овцы? Не пойму, почему они меня заводят? Бедняга. О, да, наконец-то дала в жопу, да. Ой, девочка справа прикольная. Боже, как я объебался. Это я, блядь, с гелием. Каждый день. Просто пиздец. Как же я хочу ебаться. Так, сколько стоит увеличитель члена? Фу, говно мздит. Это близнецы? Мне показалось. Точно. Среднюю я бы трахнул. Я уверен. Я бы его уебала. Привет. Так, она обратила внимание. Работай. Меня зовут Эрик. Ульяна. Зачем ты тянешь руку, дебил? Так, давай. Блядь, я не понимаю, как они так делают? Не понимаю. Как они могут спокойно подходить и так себя вести? Делайте что-то. Что за чушь? Завтра вечером? Завтра что у нас? Да. А послезавтра вечером? Не знаю, конечно, нет. О, это шанс. Давайте увидимся послезавтра вечером. Можно. Да, можно? А давайте ваш номер. Конечно, номер, дебил. Ага. Подумать о чем-то плохом? Я не хочу думать о том, ладно. Секундочку. Я так каждый день думаю о плохом. Почему меня возбуждают карлики? Что за херня? Мне тоже стыдно. Испанский стыд, зая. А кто идет ебаться? А я иду ебаться. А кто идет ебаться? А я иду ебаться. Да, давай. Ты что, обоссался? Не знаю, в жизни, если бы так чувак прошел, какую-то хуйню снес, я бы прожила. Фу, опять вкус спермы во рту, фу, блядь. Нужно помыть член, Маша. Тихонечко за ним следую, пока он меня не заметит. Так, если меня заметит, то я смогу сделать так, будто бы он меня не видел. Так. Чем же маскировки? В смысле жизненно? Все идет нормально. Так. Фотку сделал. Алло? Как же я устал дрочить, блядь. Давай, пока. Эх, сейчас бы поблевать. О боже. Как же я натер очко, боже. В смысле такой, как будет вонять через маску? Я же позаботилась. Черт, ты не придумал, что дальше делать. Просто убегай. Скоро вы будете со мной так фоткаться у ёбки, понятно?